Экскурсия на Курган Славы в преддверии Дня Великой Победы – это одно из декады мероприятий, проводимых в рамках проекта «Я живу в России». Итогом этой работы стала акция «Бессмертный полк». К нам присоединились ребята других подготовительных групп, воспитанники наши и их родители. Воспитанники дошкольных учреждений пришли на мероприятие с портретами своих прадедов. Детей познакомили с историей Десногорского мемориала, как он образовался, кто захоронен в могилах у подножия. Ребята вспомнили, как маршируют воины на параде в Москве, и прочитали стихи. Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. И глаза молодых солдат с фотографий увядших глядят. Этот взгляд снова на высший суд для ребят, что сейчас растут. И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Завершилась экскурсия возложением цветов к монументу. Дети должны помнить и знать нашу историю и никогда не забывать те жестокие дни, когда шли бои, когда погибали солдаты, матери, жены, не дождались своих детей, сыновей, мужей. Снег!